Уборочная кампания в Казахстане близится к завершению. В Павлодарской области обмолочно-зерновых культур с 500 тысяч гектаров. Это более 70% от всех посевных площадей в стране. Зерносеющие хозяйства региона собрали более 400 тысяч тонн зерна. Хорошие темпы уборки демонстрируют Щербактинский, Качирский и Успенский районы. В последнем зафиксирована рекордная урожайность – почти 10,5 центнеров с гектара. Аграрии отмечают, что цена в этом году на пшеницу неплохая. Для плательщиков НДС – 42 тысячи тенге за тонну. Для неплательщиков – 37 тысяч 500 тенге. Виды на урожай прогнозируемый был 8,5 центнеров, на сегодняшний день 8,8. Ну, как бы виды неплохие на урожай. Главное сейчас убрать и сохранить. Сушилки есть, имеется в наличии 68 сушилок в хозяйствах. Элеваторы также имеются. Вот на сегодняшний день иртышский элеватор запущен. Также имеет он проводить сушку, хранение зерна. Ну, вопрос решается по лицензированию.